Всех приветствую на нашем канале. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продажи на экспорт зерновых культур. Это пшеница продовольственная. Пшеница в наличии с протеином 13,5%, 12,5%, 11,5% и 10,5%. Глютен различный в зависимости от характеристик самого зерна. Также в наличии предлагаем вашему вниманию ячмень фуражный, кукуруза фуражная. Все продажи осуществляются на экспорт. Отправки с Новороссийска у нас идут, с морского торгового порта. Астраханский морской порт. Отправки идут у нас суднами по Каспийскому морю 3- и 5-тысячники. В направлении в основном идут на Иран. С Новороссийска суда у нас идут грузоподъемностью минимально 12,5 тысяч тонн, 25-тысячники, 50-тысячники, 60-тысячники. Направления различные, в основном приоритет у нас идут на мусульманские страны. Наша компания полностью обеспечивает полный весь процесс по внешнеэкономической деятельности касаемо отправок именно зерновых культур. Это наш приоритет. В совокупности мы полностью обеспечиваем всю логистику, саму доставку в морской порт, перевалку морского порта зерновых культур. Полностью оформляем всю документацию для экспорта, сервирование компании, декларирование на таможне, постановка на внешнеэкономический учет контрактов. Наша компания занимается оказанием морских международных логистических услуг по найму судов, грузоподъемности различные, отправки у нас как по Каспии, так и по Черному морю, так и по Азовскому. В морских портах осуществляем накопление грузов, перевалку грузов. По всем вопросам и заявкам отписывайтесь на WhatsApp, указанный в видеоролике нашем.